нашего любимого дорогого прекрасного человека Адама! Адам, поздравляю, Адам, ну это лично, конечно. Я не буду, я вообще. Так, я пойду. Я понимаю, Рюмка. Закрепили. Закрепили. Давай. Да-да. Все, пожалуйста. Здоровье. Здоровье. Еще раз здоровье. Вокруг Адам, дорогой, любимый,
подходи, и мы все будете... Мы очень рады, что мы у тебя сегодня... Так, первый час. Все. Стремясь к возвышенным словам, мы скажем просто, как умеем, от всей души. Спасибо вам за благородство мыслей ваших, за мир ваш светлый и большой, за то, что, став немного старше, вы молодеете душой, за то, что в жизненных вопросах вы наша совесть, ум и честь, за то, что вы просто на свете есть. А теперь мы от души вам пожелаем успеха, здоровья, везения, заветных надежд исполнения, задач и встреч увлекательных. Всегда настроение чудесного, побольше вокруг интересного, что вы и нам дарите. Счастливых событий в течение всех благ и удач. Друзья, днем рождения! Вот такой, например, Высоцкий такого же, например, другой,
Ну, я сидел, ждал, значит, он сказал, говорил, и потом. Знаете, вот все правильно, вот можно, конечно, говорить там о ком, кто там жил там, Петр Щековский, кого мы не видели. А мы же вообще-то Высоцкого-то знаем, вообще Адамса его знает, Высоцкого. Просто знаете, давайте тут поговорим, вспомним Высоцкого, кто знает, кто помнит Высоцкого и так далее. И здесь вдруг Адам говорит такую великую фразу, между дел. Я вспомнил, что Адам всегда сидит и молчит, он никогда не выступает, как он говорит, а он никогда, вы понимаете, никогда не говорит. Он говорит, так я, говорит, записал, он говорит, что Высоцкому доставал диски с Битлз, представляете? Вот вам и связь, пожалуйста, он доставал ему диски с Битлз, понимаете? Вот, я как догадался, да хоть скажи об этом, как ты доставал-то. Они уже все забыли, там, я их все друзья, это Володя, ну, там это Алла Демидова, знаете, вот они друзья, я там представляю, полно, он даже не пишет. Я больше к тому, что он слишком скромно всегда молчит, а на самом-то деле, ведь немного, он только может рассказать, но он молчит всегда. Вот только я это и хотел сказать, самое, что вот вспомнить, да. А можно, можно добавить? Есть предложение всем спеть какой-нибудь из песен Высоцкого под гитару, всем спеть. И это будет в памяти и Высоцкому, и воспоминания об Адаме. Я думаю, мы все наизусть знаем эти песни Высоцкого. Находи сейчас, можно начать. Адам, Адам, ты не против, если сейчас исполним одну из песен Высоцкого в пору все? Давайте. Что хотите? Адам сказал, что можно Высоцкого спеть одну песню. Оператора не толкайте. Один кадрик можно сделать? Адамчик знает весь рок-н-ролл питерский от начала до конца, да. Он знает что. Он знает очень много. Адамчик, ну поцелуйтесь хоть, ёлки-палки. Thank you.
потихоньку, не торопись. Наливайте. Давайте колядки сюда. Я раю жизнь.
Предлагаю всем калядовщикам, собравшимся сегодня, обязательно делать музыкальные взносы. Музыканты, приготовиться. Давайте, калядуйте. Калядуйте, пейте немедленно. А кто пляшет, тот и пляшет. Кто там готовится, пляшет. Давайте, сосед, поем. Ура! Нет наших заводилы, слава. Ты за кого? А там, за вас. Помнишь, Нина Константиновна? Его не только за вас, его тоже за вас. Давайте выпьем за Адама, которая организует всех нас, любителей пейки, романса. Его бокалы, все бокалы. Поэзии. Все бокалы, кому бокалы? Да. Вот, мы соединяем все бокалы сюда. Ура. Красивых женщин, талантливых музыкантов и музыкантов. Сегодня собрались все наши самые лучшие силы, вот, которые всегда приходят, я вижу, лица друзей. Да. Так, но не вижу гитариста. Гитары, где гитары? Гитары уже пьяные. Называется «Любви рождается рассвет». Если ты хочешь понять другого человека, дай им и вспомни о сущности своей. Внутри тебя растет цветок любви благословенный и ждет минуту радости твоей. Ты поливай его молитвенной водой и с верой живи в нем. Тогда ты все поймешь, насколько легче жить, становится поистине его. Стремись к тому, чтоб ангел твой хранитель, расправив крылья, возгласил, что ты достоин быть счастливым во благоскромности своей. Вот от всей души я тебе желаю, чтобы твой цветок любви благословенно расцвел от души. С днем рождения, красиво. Ура! Володя! И на этот счет вот есть песня, у меня новая песня тоже родилась, и я ее, слава Богу, в общем-то, с удовольствием исполнил, и она звучала неплохо. Как раз сегодня у нас день такой прекрасный, Рождество Христово. Говори, лучше не
им глаза, и просто помолчи. Я в отражении глаз увижу то, что вы, а страница веды, и клятвы на века, резинки на щеке, что ты не позабыла, и вот уже обнять потянется рука. Что между нами было, разлучница до неба, и выбывает дар, попрежняя любовь, опять набравшие силы, что полвенела вновь, а ты скрыл наших глаз, попрежняя любовь, опять набравшие силы, что полвенела вновь, а ты скрыл наших глаз. Вы так ли память храня?
легко понять. Нашим близким тем более дальним. Так хотелось мне тебя обнять, любоваться кольцом обручальным. Поближе к Адаму, если можно. Гитару не перекрывайте, пожалуйста. Поближе, если можно, подойди чуть-чуть поближе. Дай вам Бог на этом свете счастья вам и вашим детям.
я хочу снять роман, это даже для него. Ну, это роман вообще для любимого мужчины, в том числе. Мало интересно, вам будет интересно послушать. А этот я отдаю дань нашему коллекционеру замечательному. Кто-то, может быть, знает, это у меня проба первая еще. Никогда не пела, поэтому называется «Два кольца». Там никогда не разлюбите меня, и мне вас разлюбить, как видно, не придется. Мы скованы, как два стальных кольца, и эта связь не разорвется. Вы слишком хороши, чтоб вас легко забыть. Я слишком вас люблю, чтоб разлюбить так скоро, и снова жажду я страданий позора. Thank you.
показывает половичок, да, город Пятигорск. Так случилось, что Адам родился именно в тот день, когда родился Спаситель. Адам, Эдам, а отсюда Эдем, по первому слову означает земля. Вот это и есть наш Адам. Сказал Спаситель своим апостолам: вы соль земли. Адамчик, я хочу вам подарить, ну прежде всего, это нужно поставить на стол, извини, вот такой простой, ну я надеюсь, что ты кое-что заберешь с собой, а кое-что вот так подождешь, и ты поставишь, я жду тебе вот такой подарок. А здесь некоторые стишки, вот, точнее, венок сонетов, который я писал 29 лет. Вот. Я Адаму приношу. Известно, что Христу волхвы приносили ладан, смирну и... Не верь. Нет. И... Не поправляй. Золото. Золото. Золото как царю. И можно представить, что Адам... Многие имена забудутся из нашего времени. Адам будет жить. Не потому, что он Адам, а потому, что он делал... Что вы говорите? Скажите, добавьте, пожалуйста, в копилку. Потому что он что? Ульянов. Нет. А, насчет Ульянова здесь маленький поворот. Был такой Ульянов. Вы хотели что-то сказать? Нет, вот, господин в белом свитере. Давайте по очереди, господа. Нет, говорите, я дождусь. Запись идет. Другая какая-то жизнь. Пожалуйста. Другая жизнь, да. У нас тоже была жизнь, а вам была тоже своя жизнь. Нет, господ, нет. Да, я вам сказал, нельзя каждую фразу комментировать. Вы очень комментируете. Помолчите. Вы помолчите. Помолчите. Мы слушали вас, когда вы пели. Сейчас помолчите. Не надо комментировать. Старела гармония, а вдруг я вошел и... Адам поэт тишины. Давайте насчет Ульянова. Был один человек, который эту божественную фамилию понял по-другому. И поэтому он взял себе псевдоним. А вот такие люди, как Глинка, Ретин, Мусоргский, Чайковский, не стеснялись своей фамилии. Вот. И поэтому, что он Ульянов, это делает ему честь. Правда, мы не знаем его отчества. Я знаю. Ай, ты! Слава Богу! Слава Богу! Адам, не мучайся дело. Ай, стой, стой. Я много еще говорить, как я понимаю этого человека, как я его люблю, сколько мы сделали киновечеров и прежних музыкальных вечеров вместе с этим человеком. Но я читаю перед ним о проделанной работе в своем венке сонетов, который я завершил в декабре прошлого года. 29 лет. Вот. Адамчик, с любовью, с уважением. Вот. Без таких людей, как Адам, Питер потерял бы свое человеческое лицо. Так что давайте поцелуем, мой хороший. Днем рождения. Субтитры
говорит. Такую самокритику я вас давно не слышал. Я всегда был учеником. Я еще мороком. Я еще. Мы с вами тоже знакомы. В этом году не важно. Вот я помыл. Давайте я налью пакет. Это что там такое? Это мы девушки. Нет, я... Для дам. Я больше. А у вас для мужчин? Здравствуйте. А вот налейте жене. Тогда покрыть. Yeah.
нежное цветенье, я забывала в шуме городов. Я забывала в шуме городов тенчанья синей вершины, полет орлов на тихую долину и секунды ласковые волны, и ночью звездно берег сонный, и штиль под утро золотой, и привкус на губах соленый, и крики чаев над водой. О, прости, еще раз. Еще. Мне так больно.